Это двор на Спортивной 33 в Лиминде. Контейнер пустой, но возле контейнерной площадки вместе с крупногабаритным мусором завал из обрезанных веток и прошлогодней листвы в мешках. Нам ведь это не кажется? А вот в Лиминском парке трудится рабочая служба благоустройства, собирая прошлогоднюю листву. И нам неизвестно, куда ее отправили. Может быть, в соседний двор? А это двор на Невского. Тоже наблюдаем ветки возле мусорной площадки. Так может, все-таки служба благоустройства подкидывает мусор, который собирает на улицах города, к местам, на которые складируют ТКО горожане? Директор предприятия Эдуард Степин категорически отверг наши предположения. Его версия появления в разных местах города на контейнерных площадках веток и листвы, что это жители прибирают свои дворы. Давать комментарий на камеру он отказался, пообещав, что скоро направит нам письменный ответ на запрос по этой теме. На пресс-конференции мы поинтересовались у главы города Андрея Брольнина. Неужели служба благоустройства так и не заключила с Гераклом договор на размещение мусора, собранного с улиц города, на свалке, и поэтому складируют отходы на контейнерных площадках? Во-первых, у нас служба благоустройства в этом году, у нее есть контракт, она приобрела талоны на вывоз как раз вот с мета и листвы и деревьев, вот, веток в объеме 1600 кубов. То есть это достаточно, ну это все традиционно, это мы делаем каждый год. И у нас работает техника и в городе, и в поселке Вычегодске. Специально еще раз со своими коллегами проговорил. То есть были ли такие факты, что вот, не знаю, кому-то указания давали там складывать у контейнерных площадок. Либо я, конечно, не исключаю, что может быть единичные случаи при уборке микрорайонов, территорий, может быть, это было. Но мне это не, мои коллеги это не подтвердили. Но ведь мы уже сталкивались с фактом, когда служба благоустройства вывозила свой мусор не на полигон, а на контейнерную площадку в ТИЗы. Это сейчас она преобразилась до неузнаваемости. Но еще в марте жители ТИЗов были крайне возмущены, что вместо вывоза ТКО они наблюдали привоз ТКО силами службы благоустройства. В начале марта я смотрю, служба благоустройства, машина сюда, газончик подъезжает, рабочий выходит. Ну, я так обрадовалась. Думаю, ну, наконец-то приехали, тут сейчас порядок нам наведут. Через два часа я уже, это было около, наверное, где-то часа в три, в четвертом, ну, где-то около шести, может, я так из города возвращалась. Затемнало еще в марте, это рано ведь темнело-то там. Я иду, смотрю, тут целая гора навалена. Просто из машины вывалено, вот там мешки, там всякие отходы какие-то вообще непонятные. Я на следующий день пошла в администрацию, значит, с кем я разговаривала, Шуваевой с Верой Николаевной, по-моему, да, вот так и так, стали разбираться, да, служба благоустройства давали задание приехать тут вроде как поубираться, я им на фотографии-то показываю, как убираться-то, если вот вечерние съемки и утренние съемки мои на сотовый телефон, видно же там, что навалено, еще больше, чем было перед этим. Стали разбираться, потом, значит, ответ мне такой дали, что эта служба благоустройства, оказывается, приезжает, вываливает, потому что у них не заключен договор на вывоз мусора с Гераклом был на тот период. Раз служба благоустройства протоптала дорожку к нашим контейнерным площадкам, то невольно сомневаемся. Почему бы им теперь не сэкономить, например, на плате за размещение отходов на свалке? Зачем везти на полигон весь мусор, который убирается с улиц, когда можно что-то подкинуть к контейнерам, за вывоз которых отвечает экоинтегратор, а платят так-то жители города? Ну, сомневаемся мы в том, что эти мешки и ветки к контейнерам принесли жители или управляющие компании. Если у кого-то из наших подписчиков есть аргументы в пользу службы благоустройства или против, мы готовы опубликовать их в новых материалах вместе с ответом Эдуарда Степина на наш запрос. Светлана Дейнека, Юнона Вольф, Котньюс.